А как писать детей? Они живут спокойные. Надо запомнить. Надо в процессе работы... Они не позируют тебя? Позируют 100%. Конечно. Надо запомнить, схватить характер. Так как я много работал с большими людьми, и у которых очень мало выделяется время, то начинаешь работать, концентрируешь внимание и пытаешься ухватить самую суть. Вот делаешь наброски и запоминаешь, у тебя как компьютер в голове, и потом создаешь образ. Ты увидишь, когда будешь позировать, как это делается. Ой, вряд ли я буду позировать, на самом деле, но спасибо. Мы пообщаемся сейчас, я могу пойти уже работать. Нет, только не в таком состоянии. Вот с ураганчиком, да, но не в таком состоянии. Ну, в таком надо. Мы поправим. Кстати, ведь люди, то, что часто говорят, вы украшаете людей, на самом деле это не так. Я делаю просто образы более выгодные. Вот ты сейчас приболевший прилетел, так сказать, простывший, искупался в холодной воде, и люди могут быть здоровыми, больными, отдохнувшими или усталыми. Ты выхватываешь как бы суть более позитивную и выводишь на холсте. Нет, но ведь говорят, что ты так пригламуриваешь. Ну нет, не совсем. Вот я просто выбираю лучшую сторону этого человека. Он же может быть и негативный, позитивный, но это в разные времена. Когда мне пришла одна тетка, она очень большая такая. Ну ты любишь больших тетек? Нет, но ты пришла позировать. Жена клиента. Святое дело, как врач. Как гинеколог, знаешь. Поэтому пришла позировать, а она очень большая. У меня есть работа Джоконда в виде вазы, ну, такой, как портрет, вокруг цветы. Она говорит, вот знаете, вот так хочу. Но я догадываюсь, почему. Я говорю, знаете, я бы все-таки сделал по поясной, чуть-чуть вас сократил. А это можно? Я говорю, не то, что можно. Это же, говорю, живопись, а не фотография. Даже нужно. Ой, тогда вы весь рост. Более того, после этого она похудела на 35 килограмм. Удушевленная. После этой картины я ее уменьшил, она взялась как бы за себя и сделала так, чтобы она соответствовала этому портрету. Иногда берут портрет, идут к пластику, говорят, а теперь хотим как у Никаса. То есть, хотя они реальные, но чуть-чуть. Мы все женщины ищут способ похудеть. Вот мы нашли, они должны позировать. 100% попозировать, после этого у них будет стимул, соответствовать. За это стоит, в общем-то, как бы брать, мне кажется. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.